Попасть в святая святых, раздевалку любимой команды – мечта любого болельщика. Первыми, кому удалось ее осуществить, стали друзья хоккейного клуба «Торпеда» из подшефного детского дома номер 2. В тренерской тесновато, зато там, где обитают хоккеисты, хоть разгуляйся. Почувствуй себя игроком «Торпеда», найди место своего любимца. Здесь это эпицентр раздевалки, скажем так. Здесь сидит основа. То есть это первые два звена. Из раздевалки дорога хоккеистов на лед. По пути можно вообразить себя хоть Варнаковым, хоть Варламовым, хоть Ковалем. Это просто замечательно. Особенно раздевалка. Это даже словами не передать, какая красивая. Все выглядит потрясающе. И я думаю, что игроки, они очень хорошо себя чувствуют здесь. Со льда сразу восстановительный центр. Здесь игроки восстанавливают силы после матчей и тренировок. Это сауна с бассейнами. Две купели с горячей и холодной водой, соответственно, в сезоне. То есть от меня слева купель ледяная, с правой стороны кипяток. Ну, кипяток в таком понимании, что где-то порядка 40 градусов. Очень горячая вода. Здесь находится гидромассажное оборудование, то есть две ванны. Сама сауна. И душ Шарко. Сейчас, ребят, сейчас оборудование не работает, поэтому вода одной температуры везде. А сюда обращаются за помощью травмированные. Торпедовский айболит готов не только рассказать, как он помогает страждущим, но и показать. Ложись. Как тебя звать? Сережа. Сережа. Сейчас ты оттуда выйдешь космонавтом. Значит, образуются кольца, вы как видите, и остается большое магнитное поле. Раз, я включаю время, и он вам все расскажет. Вот это аппарат, который лечится. Называется ударно-волновая терапия. У кого-то спина болит, у кого-то колено, у кого-то пальчик, у кого-то бывает, ну, все, что можно болеть. Может, даже мизинчик. Вот он намазанный, видите, все делается. А механизм я объясняю. Я поставил контакт, размазал и нажал. Что чувствуешь, Сереженька? Ток. Не ток, это просто ударная волна. Ударная волна передается колебанием в глубину тканей до кости. То есть я могу увеличить здесь, увеличить. Вплоть до кость могу разбивать. Все, Сереж, вылечился. Выходи. Как, Сереж? Ну как твои ощущения? Никуда не улетел? Этот аппарат называется криотерапия. Когда получают травму хоккеисты, образуются гематомы, вы сами знаете, боль резкая, то это по принципу холодильника. Это холодом вымораживает боль. Подставляйте все, все попробуем. Давайте, чтобы вы знали, ребят, все, вот пальчики, все, давай, кисть. Видите, холодный воздух, да? Раньше как лечили спортсменов? Получил травму, подошел, там пакетик со снегом, со льдом набрали и приложили, да? Он сидит, держит минут 20-30, а это приходит сразу сюда, даже в коньках во время игры перерыва травму получил, снял там, обнажил ту поверхность, где получил травму, ему раз – две минутки, и он пошел, никакой боли, ничего нет. Раздевалка, тренерская и медико-восстановительный центр – это сердце команды. Самый важный узел организма обычно тщательно охраняют. Но если у тебя широкая душа, тебе не жалко отворить свое сердце для друзей. Они же тебя потом и поддержат. Владимир Широков, Торпеда ТВ.